Хей, hey, с вами Шумки, мы продолжаем родить игру под названием Mask of Mists. Окей, мы остановились на том, что нам нужно с вами понять, где находится ингредиент, активировать 6 навигационных кристаллов. Мы только один активировали. Но и снова же, мы не знаем, куда мне идти. То, что я думал, я активирую кристалл, и активируется портал. Однако, нам нужен топор у нас для того, чтобы сварить зелье против ржавчины. И где-то все искать, никто не говорит. И типа, окей. Ну смотрите, это уже не метроидвания, потому что метроидвания враги всегда восстанавливаются. Здесь же враги не восстанавливаются. Ну, я уже трогал, поэтому лучше не трогать. Снова же гриб. Мне нужен гриб для ржавчины, чтобы открыть под... А что у меня, подожди, осталось? У меня есть морковка, но я не могу жарить хавчик. Мне нужен гриб. Ну вот, это же такой же гриб. В принципе. Ну, он почти такой же. Больше здесь ничего нету. Вот, дерево есть. Старое дерево, которое можно срубить. Однако, для того, чтобы срубить, мне нужен топор. Топора у нас, понятно же, дела с вами нету. Значит, мы что-то еще в катакомбах либо не нашли, либо мне нужно что-то сделать с тем деревом. Вот с этим. Она закрывает глаза, когда я просто к ней приближаюсь. В деревьях... А-а-а. Все. Я невнимательный. Похоже, в глубине норы прячется кролик. Попытаться вытащить кролика. Вы пытаетесь вытащить кролика из норы, но он кусает вас в ответ. Ау. Так, ну зато мы нашли с вами... Слушайте, вот если бы здесь был шлем, либо кости, я... Или кубок. Была бы отсылка на Монти Пайтона про кролика-убийцу. Так, ладно, у нас с вами нашлись ингредиенты все-таки. Я был невнимательный, извиняюсь. Теперь у нас все с вами есть, все ингредиенты необходимые для зельеварения. Тут пишут, типа, цели, да, активировать. А как ты активируешь, типа, думай сам, ищи все сам. Ну, типа, ладно, пометки есть, поэтому ничего. Так, очистить от ржавчины. Взаимодействовать. Окей, мы в какой-то... Вау. Цветочек опасный то. Он бы так мне типа в спину, да, бы настрелял. Умный такой. Так. Отрывок о порождении бездны. Воистину, порождение бездны способно принимать самый разнообразный вид. Так, некоторые из них представили собой произросший из земли клубок щупалец, несколько раз выше человеческого роста. Эти существа смертельно опасны, но, что удивительно, абсолютно не приносят... не переносят мясо. Подвернутое термическому обработке. Для них это настоящий яд. То есть мне нужно подвергнуться термической обработке? Ловушка для кроликов. Слушайте, ну это уже, скорее всего, у нас не метроидвания, а квест. Да, скажите... Да ладно, короче, буду ставить на паузу и приходить, а то эта беготня просто убивать будет. Так, мы прибежали к кролятинке. Сейчас мне скажут, принесите морковочку. Установить ловушку. Положить морковку.
Опа! Звук. Сырое мясо, то есть мы уже его свежевали? Кроличатина. Теперь идемте в дом, чтобы приготовить это мясо. Так, у нас уже все стоит для готовки мяса. Приготовить мясо. Так, мясо кролика поджарено на сковородке. Вопрос теперь, к чему это мясо мне? Ну, я догадываюсь, скорее всего, теперь мне нужно вернуться к тому дереву, положить на дерево это мясо, чтобы то, что находится внутри, вышло. Если обработанное мясо является обработанным, значит, то еще пыльца должны сейчас сдохнуть. Бросить жареное мясо. Да? Да, вот странно. Монстры боятся какого-то мяса. Так, там походу что есть. А, вы сразу теперь на меня вдвоем нападаете? Так, найдите предметы. Хорошо. Давайте начнем тогда по... Или против часовой лучше. Ладно, в центр мы в конце аж пойдем. Есть смысл мне максималку апать? Нету. Кто знает? Оу, здорово! Так, разваленный колодец. Веревка давно испорченная. Пройти тут не получится, стоит поискать другой путь. Так, ну у нас есть теперь топор, подойдет для рубки деревьев. А у нас есть два места с рубкой деревьев. Давайте сначала сюда, что здесь. А, туда упасть и там же остаться. Это просто лаборатория, да? Ну, похоже на то. А, зеленая птичка. Там сундук. Взаимодействовать. Эта стена выглядит достаточно хрупкой, чтобы ее можно было взорвать. Теперь мне нужен динамит. Так, ладно, хворост. Так, вопросов. Вопроса больше нет. Так. От расы фор... А, походу это... Он вот это место рисовал? Вот оно что. Я почему-то думал, что-то те ко мне. Для стрельбы необходимы патроны. Урон от 1 до 2,5 умножитель x. Теперь я чистый пират. Арррр. Хорошо. То есть нам теперь нужно с вами понять, кто к чему относится. Пускай кружки здесь у нас есть. Треугольничек
И тут есть треугольничек. Треугольничек. Ну, вода квадратная. Гриб такой. И глаз. Нет, ладно, надо тогда искать. Так, давайте тогда сразу же здесь прыгну, если на то пошло. Топор, я тогда иду срубывать дерево. Два. Одно, ладно. Так, ну, в принципе, вот оно тут же недалеко находится. Давай, срубить дерево. Ага, очередная какая-то стрёмная пещера. От этих цветов исходит необычный сильный жар. Уйти. Короче, это что-то квест наподобие. После второй серии мне это больше напоминает на квест. Так, отрывок магических существ. Магические существа, так излюбленные же местом обитания лепреконов, являются стволы старых деревьев. Обычно эти существа безобидны для человека. Более того, готовы продать найденные ими предметы за рубины. Взаимодействовать. Хорошо, мы вошли в какую-то пещеру. На пистолете... Так, давайте, ладно, против часовой начнем. Вау. Так, смотрите, он меня стопит в плане того, что я не могу использовать телепорт. Рубины — это наши деньги, взаимодействовать. Пещерный гриб, что он дает? Ингредиент для приготовления алхимических зелий. Хорошо, это просто для приготовки зелья. А он много дамажит? Он мне надамажил на 1,5, да? А, и он мне также надамажил. Если бы за них еще что-то давали, было бы получше. Так, лопата. Теперь мне нужно будет вернуться там, где у нас земля, да? Более-менее такая. Ну да, видите, мы чисто ходим, собираем предметы и уходим хер знает куда, в обратную сторону. Потому что, значит, если... Тогда что здесь? А, это то же место. Ну тогда ладно, я выхожу, иду сейчас. Или не пойду. Не, не пойду, ладно. Ой. Чё, Steam открылся? Так, землянка, землянка. Нужно, главное, не забывать, где что находится, а то потом будем бегать искать. В смысле, ну у меня же лопата. Ну, выкопать. В смысле? Бред какой-то. Давайте с огненными цветами попробуем взаимодействовать. Нет. А что можно выкопать? Торговаться, но он не хочет торговаться. А, предложить рубин. Теперь я могу, потому что мы нашли с вами список. Лепрекон готов продать вам свои товары. Купите волшебные бобы, 6 рубинов, зелье лечения, старую карту. Так, старую карту. Старая карта. Это, походу, в городе, по деревам. Что там? Сколько у меня их? 4 рубина?
Я не вижу смысла в зелье, так как у нас их 5 штук, и я экономный. Да, поэтому я их тратить почти что не буду. А лучший вопрос мне задайте... Где, куда и зачем? Короче... Как я там оказался? Вот какой у меня вопрос. А, я где-то здесь, да, нашел проход? Ладно, погнали, бобы посадим в ту почву плодородную, как было написано. Типа, все равно еще по пути идем, давайте это дерево найдем. По идее, где-то вот здесь. Хотя, подожди. На карте нарисовано место забор. Забор и тут капуста. Около домов. Ага. Легко сказать. Вот забор, а вот капуста. Подожди, но она же старая карта. Так, каменная плитка, хорошо. Около прохода, там где дерево. Ничего не пойму, подождите. Походу, это вообще не это место. Может, нам не дерево показывают, а фонарный столб? Нет, дерево. Ну, это по-любому... О, подожди, у нас же есть ключ от того места, лам, потом. Значит, надо еще город искать. Так, посадить магический боб. Ничего не происходит, и вы решите выкопать могильный боб. Могильный боб. Да. Говорят, что бобы могут вырасти на небольшом... Несколько метров в чистых секундах. Но нас нету, подожди. Я, блин, я не знаю, что тогда делать. Давайте я поищу, тогда пойду сейчас еще в дом. Подожди, может здесь имеется в виду? Вот эти цветы. А вот дерево. Хотя нет, подожди, там был изображен дом. Тогда я не знаю. О, прикиньте, я в домике здесь нашел записочку, оказывается. Записки и статуэтка. Количество магии, заключенной в этих небольших статуэтках, просто поражает. Даже оказавшись закопанных в землю, статуэтки буквально выживают траву, растущую над ними, заставляя ее чернеть и постепенно погибает. Я понял, что теперь нам надо. Для чего это лопата? Ищем мертвые растения. Так, еще два надо. Буги-баги трупи. Динамита у нас нема. Еще одна голова. Осталось найти только последнюю еще траву испорченную, и все будет окей.
Блин, она должна быть на этой территории. Я не думаю, что она где-то должна быть там. Фиг знает где. Так, а здесь подсказок у нас нету, да? Где что должно быть? Здесь только есть кружочек. Ну и все. Я думал, типа, кружочек это элемент, который там может присутствовать. 21 FPS, отлично. Готово. Так, очередное взаимодействие с храмом. Так, их должно быть 6 штук. Это у нас первый, это второй. Ну, первый мы активировали уже. Второе подземелье. Так, похоже на арену. Это сокращение пути. Так, хорошо. Дым забирает у меня воздух. Сразу откроем проход. Так, это там, где отравленная территория была. Так, кажется, чего-то не хватает. Сейчас найдем и хватит. Вентиль. Часто какого часть какого-то механизма. Я снова говорю, я удивлен то, что здесь нету врагов пока что, но это похоже на арену. Я не думаю, что здесь ничего не должно быть. Хотя вот, видите, ворота, они должны закрыться. Здесь здоровая арена, блядь, для битвы. Так, ладно, там здоровый проход. Короче, если вы движетесь, вас ничего не убьет. Хилка. Еще одну тычку мне сделают, и я сразу хилюсь. Игра сохранена. А вот не просто... Не просто аж игра сохранена, так ведь? Надо улучшенный меч где-то найти. А, видите, он не полностью восстановил мне. А только какой-то... Ну, сколько мне не восстановил? Раз, два, три, четыре... Ну, и, короче, пять очек восстанавливает... Все. Вращаем врагов, но они однотипные, их всех можно вращать. Че? Хорошо, забираем. Ну, видите, если можно было присаживаться, я бы это сделал нормально. А так, получил по башке. Угу.
Игра сохранена снова. Ага, здесь у нас типа местный паркур. Классный паркур. Классно прыгает. С первого раза получается прыгнуть. Если бы. Если бы оно так было. Секретные камни. Нифига себе. Ага, я понял, его бить нельзя. Он меня зажал. Он меня хотел нахуй пиндаль дать. Ладно. Вот это гриб, вот это мощь. Блин, надо было его на превьюшку взять. Ай-яй-яй, я тупанул. Ну ладно. Не беда, если продакшн слава Мерлоу. О, воу-воу. Но гриб только опасен, если ты его сам будешь атаковать. Да, гриб безобиден. Так, я слышу вражину. Рычаг этого заржавел, не поддается. Ладно, мне нужен здоровый гриб только. Новый выход. Пойдемте посмотрим, что за выход. Нам хотя бы нужно активировать один кристалл за серию. Поэтому надо найти гриб, создать зелье. Вернуться сюда. После активации рычага узнать, что там. Так, вот что это за проход. Все это тоже... Это начальная наша лока. Все, найс. Может, сразу пойдем зелье сделаем? Так, давай сначала найдем все щиты. Потому что я их вижу только два. А вот последний, третий. Так, то ли Кармона. Квинт Гаридо. Каролин Рубио. Люцифер Ортего. Ладно, может это медведь в Ортего. Ладно, пускай пока висят, потом мы разберемся. Сразу же, погнали, я зелье создам.
пойдем активируем храм. Так, окей. Да, там походу кристалл. Очистить ржавчину. Да, просто кристалл. Все, отлично. Но, как я говорил, значит, мы закончим здесь. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.